Разворот. Все работают. У нас есть одна женщина, которая стильная, а вторая красивая. Вот я буду красивая. Да, сейчас будет не просто красота, а стильная красота. На самом деле очень серьезная сверхзадача, у меня серьезная роль статуи, но это ничего не значит на самом деле. Главное внутреннее наполнение. И поехали. Богдан. Оп. Бойня. Оп. Теперь ты говори. Какой камень? Разбирайтесь. Оп! Не получилось. Дальше. Ты продолжил ошибиться перед нами. Стоп. Извините, ребята. Фиксированные 36% годовых получается. А вот с украшениями можно прогадать. А вот мафия. Кофе. Мафия. Кофе. Мафия. Неплохой камень. Разбираетесь? Я вот мужу сразу сказала, чуть что, инвестирую в камушки. Не пропаду. Я тоже инвестирую в камни. Балжирские алмазы. Это считается лучшими в мире. Гемологи по частоте и каратности отбирают. Храним в Израиле, а продаем в Европе. Фиксированные 36% годовых. А вот с украшениями можно и продавать. На GFI 36% годовых на прямых инвестициях в добычу алмазов. GFI. Будь в плюсе. Он не клеит. Начали! Так, це все мої землі. Все, що ви бачите, це все моє. Видите, там 1000 машинок, но смысл их в том, что ребята, которые в золото инвестируют, они, собственно, инвестируют в его добычу. Вот при помощи этого добывают. Ребята, пошли и начали! Раз, два, провтыкали. И поехали.
главное, что несмотря на то, что сейчас 1:30 ночи, как видите, все полны жизненных сил, энергии и всего остального. It's mine. All mine. В Голден-Сити живут состоятельные, респектабельные люди, привыкшие все свои сбережения инвестировать в золото. В Смарт-Сити все тоже инвестируют в золото, но только в его добычу. В разработку месторождений, прииски в Южной Африке, в производство и специалистов. Тоже золото, только с фиксированной прибылью в 36% годовых. GFI. Будь в плюсе. Сатана там правит бал, там правит бал. Люди им заметал, заметал. Получилось прям круче, чем мы ожидали.